2014. О, новый аниме от Bones. Сказание о Кабухиме? Это что, что-то историческое? Так, посмотрим, что там в описании. Во время ежевечерней прогулки с своими домашними любимцами обыкновенная японская школьница Сая могла... Как это вообще можно прочитать? Неожиданно попадая в сказочный, но жестокий мир, она узнает, что вернуть ее домой под силу только прекрасной принцессе Кабухиме. Что за имена придумают японцы? Вот только сама принцесса уже много лет томится в плену. Сможет ли Сая со своими питомцами, принявшей человеческое обличье, Сон, Инком и кошкой, Нигерой, кто-нибудь поставьте, пожалуйста, здесь ударение, помочь освободить прекрасную принцессу Кабу из страшного плена? Договорится ли она с отважным самураем и мудрой гейшей? Сможет ли она привлечь на свою сторону таинственного повелителя теней, обладающего колоссальной, но капризной силой? Вернется ли Сая домой или обретет новый дом в далеком мире? Что за бред? Данечка, привет! Ты уже видел новое аниме? Сказание Кабухима. Правда классное! Да оно просто то, что нам надо. Костюмы классные, раз. Шить легко, два. И совсем новое. Не какой-то там баян, типа Титана. Три. В общем, мы решили, что мы будем делать по нему косплей-сценку. Да, и самое главное, это школьница Сая прямо я. Только надо будет рожить цвет, покраситься и волосы выпрямить. Да, да, а я буду Некой. Только надо в черный покраситься и волосы выпрямить. Какой рыжий? Какой черный? А какая Нека? Ах ты! Из Врощиюга! Тебе бы только Неки, Лоли и Пацушот! Где Пацушот? Привет, девчонки! О, еще из Врощиюги пришли! А что я бы? А ты? А ты вот новое аниме «Сказание о Кабухиме» смотрел? Ну смотрел. Вот! Значит, ты будешь Инком, парнем-псом. А я? А ты самураем. А почему это я, пес? Смотри, Тим Самурай, Дальний Врощиюга, это девочки. Из парней остаешься только ты, так что без вариантов. А почему я самурай? Объясняй еще раз. Ник пес, Дальний Врощиюга, это девочки. Так что из парней остаешься только ты, без вариантов. Анитя, а кем будешь ты? Ой, я, как всегда, буду сама собой. Прекрасная женщина, которую любят многие самураи. Но она хранит в своем сердце любовь только к одному. Гейша, что ли? Заткнись, извращнюга! Так, ребята, не ссорьтесь! У нас серьезная проблема! У нас никого нет на роль принцессы Кабу! О, ой, ребят, всем привет! Я не опоздала! Что вы обсуждаете? Новую косплей-сценку по сказанию о Кабухиме! Да, я посмотрела! Суперское аниме! А вы еще принцессу не выбирали? Можно я буду принцессой? Ну можно! Можно! Давай ты ей объясни. Да, ступа. Серафим, понимаешь, мы хотели сказать тебе, я давно хотел тебе сказать, ты мне давно очень нравишься, будь моей принцессой. О, Ник, спасибо тебе за поддержку, ты настоящий друг. Ребята, я уже и парик заказала, и костюм уже сшила, я вам сейчас покажу. Подождите, только не уходите, не расходитесь, я сейчас. Ну, так, парик нормальный, а костюм? Ну что, можно мне быть принцессой, да? Можно? Ой, спасибо вам большое! Вот. Вот как надо готовиться. Так, у кого что есть? Так, мне вчера два меча пришли. Те, что заказывал в 2010-м. Почтой России. А у меня ошейник есть. Ну, не у меня, у моей собаки. Она его не носит. Цепи. А у меня есть 100 терабайт хентая на жестком диске. Микрофон у тебя? Да, у меня.
Губ я потом сведу, а ты тогда ведешь, девочка. А у меня юбка клетчатая есть, прямо кусает, да. А тебе перчатки белые купить? Ой, а мама похожа на черную юбку, корсет. А ты чего сидишь, извращенюга? Поднимайся, пошли. Куда пошли? Смотреть хентай, скачивать Юри, шить костюм, писать ЮНИ фанфики. Я не могу выбрать хентай и Юри, поэтому я выберу 50 на 50. Нееет! Да хватит ерундой маяться, сценка уже начинается. Не кашь. Что не может поколоть? Далеко-далеко, в сказочной стране, в страшном подземелье, за темными вратами, томится прекрасная Кабухина. На выручку прекрасной Кабухины отправляется отважный самурай. Подай! Отважный самурай. Спасти прекрасную Кабухину. Но не может открыть темные врата. Тогда отважный самурай зовет на помощь мудрую гейшу. Мудрая гейша за отважного самурая. Отважный самурай за темные врата не могут открыть и освободить прекрасную Кабухину. Тогда мудрая гейша призывает на помощь из другого мира юную Сайю. Юная Сайя за мудрую гейшу. Мудрая гейша за отважного самурая. Подай! Отважный самурай. Подай! За темные врата не могут открыть и освободить прекрасную Кабухину. Тогда зовет на помощь юная Сайя своего верного друга пса Инка. Верный Инк. За юную Сайю. Юная Сайя за мудрую гейшу. Мудрая гейша за отважного самурая. Отважный самурай за темные врата не могут открыть и освободить прекрасную Кабухину. Тогда зовет на помощь верный Ин. Свою подругу, черную кошку Нигеру. Кошка Нигера за верного Инка. Верный Ин за юную Сайю. Юная Сайя за мудрую гейшу. Мудрая гейша за отважного самурая. Подай! Отважный самурай. Подай! За темные врата не могут открыть и освободить прекрасную Кабухину. Тогда призвала на помощь кошка Нигера таинственную серую сущность. Серая сущность за кошку Нигеру. Кошка Нигера за верного Инка. Верный Инк за юную Сайю. Юная Сайя за мудрую гейшу. Мудрая гейша, юная синеволокая, за отважного самурая. Подай! Отважный самурай. Подай!
темные врата и освободил прекрасную Кабуш.